Привет, собака. Жизнь радуешься. Да. Ага. Зима подкралась незаметно. Хоть виден был издалека. Вот такой зимний букет. Кажется, еще неделю назад можно было даже еще и искупаться. Типа. Ну что, собака Баскервилли. Как тебе снежок? Ясно. Вот эти елочки мы будем на Новый год украшать, наверное. Интересно, в этом году растает все это дело. Скоро. Вряд ли, конечно, доживет до Нового года. Хотя сама обстановка свежести, она как бы приятнее, чем по грязи шляться. Вот такие у нас елочки тут около хаты. Практически фрагмент леса. Фрагмент. Это пожарный водоемчик у нас такой. Тут. Он даже подзамерзло тут все. Тинц. Купание запрещено. Но вот тут у нас местный житель высаживает елочки. Делает такой уголок красивый, ельник. Да, интересный переход резкий. От осени практически к зиме. Впервые успел я поменять на обоих машинах колеса. Резину. Ну, колеса в целом. Обычно этот процесс такой. То есть в середине ноября такого еще не бывало. Ну вот, дорогу раскатали. Можно уже и ездить. Потому что первые дни после снегопадов я обычно не езжу никуда. Не хочется попасть на день жестянщика. Да и люди пока привыкнут. Еще немногие на летней резине, поэтому не рискую. Опыт, знаете ли. Опыт. Лучше потерпеть пару дней, пока у людей карта памяти зимняя восстановится. Как-то уже думал, может завязать с этими съемками. Ну, честно говоря, иногда скучно, хочется что-нибудь поснимать. Самому даже посмотреть. Да и друзьям скинуть иногда. Такой же объем информации и видео не снимешь, не скинешь просто так на Вайбер. Вон Даник. Поэтому так, наверное, оно лучше. Школьные автобусы у нас ездят. В принципе, хорошо. Хорошо. Макдональдсов тут у нас нету. Говорят, его убирают. Конечно, это трагедия. Но тут как-то без Макдональдсов люди обходятся. Будем смачно и кропко. Будет у нас такой новый тренд-бренд. Ну, вот такие новости Витебщины.
Да вы как, собака, относитесь к тому, что Макдональдса больше не будет? А? Никак. Так же точно, как и вы. Но другое дело, что прежде чем что-то уничтожать, надо что-то сделать. Я помню, как в Минске была куча пельменных, закусочных каких-то, чебуречных, там чего только не было. Потом все это исчезло, и появился Макдональдс. Люди толпами валили в это заведение. Да, в принципе, оно и так и после было достаточно успешное. Смысл превращать политику в недостаток закусочных, я вообще не вижу этого. Какая-то странная система. Сейчас назад, наверное, вернут все эти закусочные, пельменные, бульбяные, чебуречные, шаурмичные еще хорошо. Короче, все во вьетнамские закусочные системы. Ладно, не буду называть. Все в Ханой. Ну, вот такая краткая экскурсия по нашим окрестностям видзовским. Погода классная. Суббота. Выходной практически. Руки мерзнут.